Погнали еще шута. То же самое, попробуем четверку. В следующий раз обещаю, мы будем уже пробовать пятое возвышение другими играть. Мы не будем вечно сидеть здесь на четвертом. Ну реально, может, лед-шок. Вот лед-шок, они друг с другом работают отлично. Тогда слились мы. Ну, что ты тут сделаешь? Вау, 6 урона. Я понимаю, что это возвышение специально сделано для того, чтобы быть тяжелым. Оно не сделано для того, чтобы его проходили в легкую. Вообще не сделано для этого. Поэтому я на игру не злюсь. Нормально, это хорошо. Мы когда-то проходили 20-е возвышение в Slay the Spire. И все было, надо было полечиться сладостями. Ну, тут не важно на первом этаже, но все равно. И это тоже было тяжело. Ну и что? Мы же прошли, правильно? Прошли. Я снова буду, да, пробовать делать на улучшенные бипы. Хотя, ты знаешь, когда мы делали билды на яд, они тоже очень хорошо работали. Я не знаю, стоит ли нам в этом плане экспериментировать. Билд на яд работает за шута. Он получается достаточно хороший. Возможно, стоит пойти на это. А, вот он как раз. Но билд на огонь точно нет. Это смешно. Искра, ожог одному кубику. Это вообще не серьезно. И уж тем более язык пламени. 6 урона за каждый кубик с ожогом. Надо 2 искры сыграть. Снова будет билд на яд. И мы, когда играли воином, мы сделали билд на яд. И именно в том плане, что у нас были все карты на яд улучшенные. И возможно, нам стоит попробовать то же самое здесь. Я не говорю, что это будет точно работать. Вообще, даже приблизительно этого не говорю. Но возможно, это будет работать, да? Теоретически это же возможно, правильно? Бип или детонатор? Разницы никакой. Улучшать бипы — это эффективно. Я ничего не могу сказать. Это очень эффективно, и я не вижу причин, почему этого не надо делать. С другой стороны, разница между 2 и 3 яда, она гигантская. Это не 50%. На самом деле разница намного больше. Потому что в итоге оно начинает стакаться, и урон наносится просто невероятный. И возможно, за счет этого мы затащим. Если мы сделаем детонатор, нам не нужно играть в горящие кубики. Goodbye. Кубиковая пушка. Нанести один урон, а многоразовая. Это финишер, да? Финал. Ну, финал все равно дают один только за забег. Давай попробуем улучшать все-таки яд. Посмотрим, что из этого получится. Детонатор просто снимает требования на четное. Мне интересно пробовать улучшать лакрицы. Вдруг это будет работать? Я не уверен, даже приблизительно не уверен. И мы будем максимально удалять карты, да. Играть яд. Вот она, лакрица плюс, она пришла. Спасибо, лакрица плюс. Я тебя люблю.
Вон еще одна лакрица, и уже детонатор идет. И финал есть. В итоге мы нанесли 10 урона за этот ход. Плюс 4 яда осталось на следующий ход, что будет еще 4 урона. В общем, мы нанесли 14 урона за первый ход. Это нормально, по моему мнению. Вполне. Так, здесь надо сыграть детонатор. 6 урона. И теперь вжух. Лакрицу плюс не сыграть или сыграть? Ух. А все-таки сыграть лакрицу плюс-то. А, неважно, она мертва. Слушай, работает. Этот один яда дополнительный, он решает очень много. Дубликат, отличная карта. Йо-йо-йо, пинок. Прекрасная карта. Но мы не будем добавлять коготь. Мы будем убирать лишние карты. У нас как раз 4 золота. Итак, если мы не идем на апгрейдженные бипы, то они нам не нужны. И нам нужно делать так, чтобы у нас всех карт было по 2. А одиночные карты только те, которые помогают активировать другие карты, ну или такие мощные, как детонатор. Поэтому первое удаление даже не бип будет, а один тумак. И оставить 2 тумака, чтобы мы их вместе могли играть. Бум. Дальше. Уничтожение карты. Но вот здесь мы уничтожим один бип. Их останется 3, но неважно. Без разницы. Можно было, да, 2 бипа удалить. Я был неправ, раз мы 2 карты удаляем. Стереотип. Поехали. Окей, что у нас есть? Ну, во-первых, если мы сыграем в сладости, что мы, наверное, сделаем. Можем сбросить 2 бипа. Бум. О, теперь самое интересное. Пинок. Плюс 1 к значению кубика. Ну нет смысла его этого не делать. Еще один бип есть. Вон, вот он лишний. Видишь, как он мешается? Его надо будет следующим убирать. Ну и здесь. Наверное, просто сладости ради блока. Опять же, мы играем от яда. Мы никуда не спешим, нам не нужно наносить физический урон врагу. Мы просто можем ждать, пока мы его зафигачим ядом. Детонатор. Ну, кстати, шестерка у меня есть, так что, ешь мой свинец. А, да-да-да-да, вот так. Теперь смотри, теперь дубликатом мы дублируем еще шестерку. Можно сыграть тумак и детонатор. Да. Альтернативно сладости, но детонатор. Детонатор всего 4 урона. Нам, наверное, 2 блока лучше, чем 4 урона в данный момент. Лучше было бы, если бы мы в этот ход лакрицы поиграли. Желательно обе. Но тут уже рандом, знаешь. Что ты сделаешь? А у меня опять есть шестерка. Я ж мой свинец. Наконец-то бипа сбросить. Ура. Там будет дубликат, но до него не добраться никак. Поэтому. И все, он мертв. Да, что-то он продамажит на этот ход. Не спорю. Мы урона почти не получили. Сладости играть надо. Здесь не важно, у нас много яблок на этаже, но забывать не стоит. И нам все-таки на коготь не хватит? Нет, 3 золота. Я думаю, удалить карты было важнее, чем коготь. Ты говорил, что ты термопасту менял на ведюхе, кулера ты смазал? Нет, не смазал. Я просто поменял термопасту и все. Волшебник — это проблема, один из самых опасных противников на этом этаже. Ну, в принципе, все равно всех придется убивать. За что важно уметь играть? Кубиковая пушка, да билд на бип плюс. А у нас разве кубиковая пушка сейчас?
Эй, я чуть не помню. Я понимаю, что за что важно уметь играть, но дайте мне возможность научиться, а? Капитан. Окей. Хорошо, мячик джонглера пришел, прекрасно. Еще одна лакрица появилась. И теперь смотри. Пинок, бум, штампуем шестерку. Лакрица, 5 яда. И сверху 5 урона от детонатора. 15 урона за ход. Почти. А, зеркальный залп. Очень плохо. Нужна лакрица. Спасибо, игра. А, мячик жонглера провтыкали. А, я лох. Надо было оставлять двойку. Туда играть четверку. Сейчас потом был бы пинок, потом еще одна лакрица. Ну, я провтыкал жестко. Это был сливной ход с моей стороны. Я много потерял. С другой стороны, он умер. Он этого еще не знает, но он умер. О, спасибо, что сыграл зеркальный зал. Я тебе мега благодарен. А мы будем лечиться. Где мои сладости? Нам ничего не нужно играть, по большому счету. Ну. Надо было его убивать, надо было лакрицу сыграть. Йоу, один урона всего лишь в бою с волшебником. Скорбный плач. Нанести урон, если шестерка наложить один мороза. Окей. Серьезно. Заява, предъява. Очень серьезная. А для начала мы уберем карту, окей? Okay? Уберем один из бипов. Сильно ли это будет нашему билду мешать? Вот, еще человек правильно говорит, два пинка под вжухом, изи дополнительные кубики. Да, тупо будет плюс два кубика. Вот сюда шестерка нужна, это проблема. Шестерку нам не так легко получить, единственное, это с пинка. Надо посмотреть колоду. Так. Два бипа, два тумака. В принципе, лишние карты, по большому счету. Дубликат. Не карта. Мячик жонглера тоже можно считать не карта. Пинок не карта. То есть у нас получается 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас 10 карт. Как часто для нас будет лучше сыграть холод, чем яд? Да я вам скажу честно, практически никогда. На пинок у нас пока денег не хватает. Толчок, минус один к защиту, к значению кубика. Вот это нам почти никогда не нужно будет. Реально. Окей. Сразу. Так. Так. Тумаки мы сбрасываем. Мы никогда не хотим их играть. Практически нет ситуации, где мы хотим сыграть тумак. Наш ход это всегда лакрица плюс. И потом детонатор. Но здесь детонатор не получится, потому что нет четных. Мы можем сбросить два бипа. Сыграть сладости. Мы можем сыграть две копии сладости. Окей. В общем, видишь, наш билд это яд и защита. Яд, защита, яд, защита. Все. Ничего лишнего. Я вжук со старту. Пошла жара. Так.
Так, там идут сладости. Дальше потом идет дубликат, который мы не сможем сыграть. Все очень плохо. Заморозка нас контрит. Да, потому что дубликат минимум четверка нужна. Ай-яй-яй. Отвратительный ход, отвратительный вжух. Я злой. Посмотри на него. По 15 урона с двумя заморозками в ход. Просто жесть. Да, заморозка нас убивает вообще в ноль. У нас нет шансов. Мы ничего не можем сделать. Мы не можем играть в карту. Ну. Такой билд был хороший. И мы умерли. Так по-глупому. Мороз всем кубикам. Мы не можем сыграть ни одну карту. Вау. Я ненавижу его. Я просто ненавижу его. А я полный в чёс. Вообще нереально. Так вообще законно делать? Любой из вот этих вот... Любая из этих карт бы нам помогла, но у нас этого ничего нет. И дубликатов здесь нет. А? Что я могу сказать по этому поводу? Билд был отличный. Слушай, он работал. Но холод его убивает. Еще раз. Я не настроен на поражение сегодня. Я настроен хотя бы на одну победу. Хотя бы маленькую. Но победу. Пожалуйста. Не, ну это было нечестно, по-моему. Он два раза подряд выкинул дубли. Это в этом была вся проблема. Тут же, да. Проблема не в том, что... Не в том, что прям вот очень сильный противник, но он выкинул нужные кубики. Но это нормально, что тут делаешь. Это такая игра, как бы, она на это рассчитана, да? Это ж не то, что у нас игра про четкие планирование и стратегии. Это игра про кубики. Я буду вжух экономить. Как вам это? Потому что заяц максимум 6 урона в ход наносит. Так что... Не страшно. Билд через удар щитом. Через блоки. Билд через яд. Два блока. Удар щитом. Нужен дубль. Но реально, чтобы сделать билд через защиту, надо вот это все апгрейдить. В частности, первым удар щитом. Дубли будет нереально выдавать. Конфеты, отражение, удар щитом. Но конфеты дают щит только если у тебя не полное здоровье. Чтобы сыграть две конфеты,
и 2 отражения, нужно 4 кубика. И тебе еще нужно 2 кубика на удар щитом. Тебе нужно 6 кубиков, чтобы сделать эту комбу. Это при условии, что ты больше ничего не разыгрываешь. И ты наносишь всем этим, всей этой комбинации, ты наносишь 8 урона противника. Я не вижу, как мы будем строить билд на защите. Яд работает. Может быть, в следующий раз, если уже... Знаешь что, я не буду брать мячик жонглера. Нахер его. Сколько раз он нас подводил? Нам нужен яд, яд, еще раз яд, точка, запятая, снова яд. Мы знаем, что с ним делать, с этим ядом. Мы знаем, как он работает. Мы знаем, где его применять. Правильно я говорю? Я думаю, да. Как только мы улучшим лакрицу, хотя бы одну, мы начнем рулить. Это недолго, это будет скоро. На, ешь мой свинец. Эх, моя лакрица. Нужен яд и хоть какая-то защита. Слишком много яд, да плохо. Для этого у нас сладости есть. Сладости и яд. Все. Блин. 2 урона, это будет 5 урона. Плюс 3, 8, мы его убиваем. Слишком много яда мы тоже не наберем. Его негде взять за шута. За шута вообще сильно меняется вся стратегия. Не знаю, коготь нужен, не нужен. Вроде как плюс 1 яд, а вроде как. Нафиг. Я снова пойду в улучшение лакрицы, а не бипов. Хотя, если мы все бипы улучшим, мы каждый ход гарантированно будем разыгрывать лакрицу. Это лучше, чем иногда ее не разыгрывать. Что они возвращают кубик. 2 урона наносят. По большому счету, это как удалить его. В принципе, вот сделать вот это все равно, что удалить бип из колоды. Наверное, это больше нам устойчивость дает билда, чем улучшение лакрицы. Потому что теперь этот кубик, ну, это бесплатный. Считай, что этой карты в колоде нет, правильно? Так-то вот, если по большому счету. А лакрица есть. И лакрицу будет проще играть. Все равно не всегда будет получаться, но иногда. Да, и плюс при вжухе это будут халявные кубики бипа. Правильно. Вон он, бип. Как мне до него добраться? Лакриц, тумак, детонатор будет в руке. То есть вжух сделаем для 4 урона. С другой стороны, куда его экономить? Стример. На мой бог. Ну, ей повезло с роллами, и, в принципе, это писец. Да, это он.
Тот самый писец. Жесть какая-то. Просто смотрю, как для нас единственный шанс это вот так. Вжух. Тумаки. Бипа. Круто. Мы ее убили. Ноль проблем. Так, дубликат это отлично. Здесь у нас должен быть финал. Нет, толчок. Нахрен. Не будем добавлять всякую шваль в колоду. И мы удаляем два тумака. Так. Окей. Осталась одна дриада. У нас полная ХП. Погнали. Я бы тумак и детонатор удалил. Детонатор теоретически для нашего билда подходит. Да, действительно, мы его не так часто используем. Тумак, по большому счету, ну вот так вот вначале будет больше урона, чем тот же детонатор наносить. Что-то в этом есть. Не могу ничего сказать. Один тумак удалил и коготь взял. Вот насчет когтя не думаю, что это хорошая идея. У него есть специальное требование. У нас так там детонатор требует четное всегда. А нам частично смысл у нас в том, чтобы мы никогда не... чтобы у нас у карт не было требования, чтобы мы любые кубики в них могли разыгрывать. Тогда нам будет намного проще жить. И у нас будет больше шансов прокрутить всю колоду и добраться до карт, которые нам действительно нужны. Что у нас следующая бип? Сладости. Дублируйте мне кубик, будьте добры. А, там жук можно было сделать. Он все, она все равно мертва. А, у нее стойкость к яду, она не мертва. Ну, да, надо было жук делать. Убили бы. Есть смысл удалить детонатор? Получить еще один ход. Йоу, вот это круто, конечно. Если бы его можно было играть стабильно. Привет, Никита. Окей. Есть две хилки в запасе. Ну давайте, я верю, что мы можем пройти этот этаж. Хотя бы даже так. Ох, какие вжухи. Самые вкусные жуки в мире. Просто божественные. Че, есть у нас 12? 6, 9? Нету. А, есть! Ура! Йоу! Ну че, ход-то будет? Будет. Шара. Только вжух выключился. Беда. Но это было круто. Ничего не могу сказать. Я, он мертв. Мы убили его за один ход. Вау.
Окей. Я начинаю верить. Ну и одновременно умирать, но ну и верить тоже. Да, если детонатор удалить, больше шансов на крутой вжух. Ты прав. Абсолютно на 100% прав. Просто удаляем лишние бипы. Играем лакрицы. Знаешь, там может быть есть смысл, да, сбросить сладости даже. Потому что мы тут можем дублировать кубик. И вот так сделать. И вкинуть в выход на бис. Ну, в выход на бис есть смысл вкидывать? Или лучше 3 урона сейчас нанести? Наверное, нет смысла. Наверное, выход на бис надо играть, когда у тебя шестерки приходят. Нет. Нет. Не играй больше в другие карты. Я помню этого чувака, он может ваншотить. Веселый парень. Отличный. Один из моих любимых противников. Просто бомбовый. Вообще никаких претензий к нему нету. Ни одной. Нам нужен сильный вжух в данный конкретный момент. Может и не очень сильный. Может нам будет достаточно будет вот так сделать, да? Логично. Все, писец мне. Пацаны, я прошу прощения за весь этот кашель. Скопировать следующую карту. Либо сбросить все карты из руки. Какие мы карты хотим копировать? Лакрицы. Смотри, если мы копируем следующую карту, то это 100% вжух. Окей, да. Возьмем копирование. Мы уже пробовали ведьму, мы пробовали сброс. Нахрен это трэш. Вот, мы можем бип здесь скопировать и сделать вжух. Да? Да. Оп. Пошла жара. Это был не идеальный вжух, но все равно. Сладости мы сейчас сыграем под вжухом, потому что дублируем четверку. О, смотри. Смотри дальше. Оп. Оп. Эх, чуть-чуть для выхода на бис не хватает. Совсем понты. Ну, наплевать. Вот это ход. 17 урона. И на нем еще 3 яда осталось. Что ты мне сделаешь? Слабак. Окей, вот это уже хуже. Мы просто две лакрицы сыграем и все. У нас есть дубликат. Поэтому слабости. И дубликат сначала. О, намного лучше. В разы лучше. И детонатор есть. Отлично, может мы его даже убьем? Ну-ка. 3 урона. 8 урона. 3 урона наносим, у него остается 11 хп. Наносим 5 урона детонатором. 5 урона детонатором. И на нем 5 яда. Будет 10 урона. Не хватает одного дамага. Лакрица это 7. О, точно, ты гений. 7, это увеличит урон детонатора. 7 плюс 7, 14. Конечно. Все очень просто.
Йоу, мы зачистили этаж и выйдем отсюда с полным здоровьем. Это прекрасно. Лучший день в моей жизни. Нанести урон, получить новый кубик. Но это можно использовать, чтобы сливать ненужные кубики, но с другой стороны... Кровосос, максимум четверка, вытягивает здоровье. Ну, не подходит под билд. Нам нужно уничтожать последний тумак. Он явно хуже детонатора. Ну уж, тумак точно хуже детонатора. Он один, и он не нужен. Бум. Колдовской койк-котел — бесплатная карта. Ее можно сыграть в любой момент. То есть ты просто наносишь дополнительный урон. Но единственное, что он может переролить кубик, который тебе не нужен. И он не играет со вжухом. Но его можно всегда сбросить так. Не знаю насчет колдовского котла. По большому счету это один урона халявные. Да, бип плюс это возврат. А котел это рерол. Я понимаю разницу между ними. Ну, нам может пригодиться один рерол. Единственное, что можно было бы еще золото сэкономить для удаления карт. Посмотрим. Картпак, честно говоря, хоть, блин, не бери. Опять йети. Сливаем воду. Блин, ну вот здесь, например. Нам очень хорошо рерольнуть единицу. Замечательно. О, шестерку. Ну, это же классно. Здесь бы вжух. До инженера не добраться. Эх, обидно, да? Почти сделали. Так бы инженера, дубликат. И сейчас бы кубиков штампанули тонну. Ну а теперь все. А у него опять дубль. А я в рот его. Ну что мне по этому поводу сможет сказать? Так, убираем бип один. Делаем вдохновение на дубликат. Играем в жух. О, да, детка. Ты попал. Ты не представляешь, как ты попал. То есть так, как попал ты, не попадал еще никто в этом мире. Мой бедный йети. Ну, ты думал такой, о, сейчас я его тут... О, посмотри, какие у меня тут шикарные шняги есть. Для тебя две новости. Плохая и еще хуже. Йети. Джух! Это первая новость. И вторая новость... у нее есть короткое такое название. Вжух называется. Козлина, блин. Ешь мой свинец. Нам нужны сладости. Я копирую сладости. Идеально. Чтоб тебе было еще обиднее, я из боя с тобой выйду с полным здоровьем. Окей, это было круто. Это было очень круто. Мы, наверное, будем апгрейдить, да, этот. Йоу, а что если выход на бис улучшит? Что получается? Он 6 всего требует. Это, конечно, круто, но, по-моему, нам нужно вот так вот сделать все-таки. Улучшенные бипы решают много. Они прям... Ну, считай, ты одновременно удаляешь карту и усиливаешь ее. Аврора и плетеный. Это, по-моему, копирование. Блин, картпак, там, по-моему, нельзя отказаться от карт, которые в нем лежат. То есть там в любом случае надо что-то взять. Я не хочу, честно говоря, я не пойду в картпак. У нас все работает сейчас. Я не вижу смысла портить.
О, инженер копирует дубликат. Отлично. Нужно больше кубиков. И в идеале мы хотим добираться до выхода на бис каждый раз. И мы, кстати, это сделаем. Сыграем две лакрицы, и у нас хватит на выход на бис. И теоретически это может быть бесконечная колода. Если мы снова доберемся до выхода, снова что-то похожее сделаем, почему нет? Ну, единственное, что да, конечно. Не всегда будет так вести со сбросом, поэтому... Ладно, чё, все равно хороший ход. Очень хороший ход. Это еще без... А, выход на бис один раз за бой. Ну, не важно. Знаешь, что два хода сделать, это тоже офигенно. Ну, правда, всё, на все наплевать, потому что нам за один ход сносит половину хп. То есть все мои понты, они быстренько ушли. Но было весело. А, стрик кероллы. Не дублировать ничего. Керова. Эй, ну может быть... Эй, а почему в жук не сбрасывается? Бип и бип плюс это разные карты, типа, считается, да? Эй! Окей. У нас баг, пацаны. Офигеть. Как переиграть? Если я сбегу, если я сбегу, меня этот. Я к нему вернусь, у него будет полная хп. Это в чёс. Я делаю контрол-делей, да. Слушай, ну у нас слишком хорошо идет этот забег для того, чтобы я его сливал. Из-за бага. Жесть какая-то. Окей, все хорошо. Фу! Это было страшно, что я могу сказать. Так, ну у нас абсолютно та же ситуация. То есть мы сыграем этот раунд точно так же. Да. Если я сейчас ничего не напутаю, тут, видимо, бой уже с те же роллы идут. Так что... Абсолютно все то же самое, да. Я не помню, я сбрасывал сладости или нет. По-моему, сбрасывал. Да, и потом я сыграл лакрицу. Колдовской котел. Лакрицу и выход на бис. Да. Будем надеяться, что на том же месте того же бага не будет. Это значит, что он нас так же сильно продамажит, как в тот раз. Ну, наплевать. Мы можем, знаешь, что сделать? Мы можем сбросить лакрицу здесь. Я знаю, что это как бы основной источник урона, но я очень хочу дубликат сыграть тут. И два бипа плюс. И, наверное, детонатор можно сыграть. Почему нет? Су, смотри, вон он выход на бис. Его можно было еще раз сыграть, вы меня обманули. Я мог бы еще раз, я мог бы бесконечные ходы делать. У меня теперь не хватает. А, нет, нельзя. Окей, вы меня не обманули. Я прошу прощения.
Нам снова прилетает тонна дамага. Чуть поменьше в этот раз, я больше щитов сыграл. Ну, смотрим. А, у нас нет жуха теперь. А, у нас будет жух. Отлично. Окей, жух работает. Спасибо, игра. Спасибо тебе. Много шестерок. Ай, сколько шестерок. Вау. Ах, выход на бис вообще один раз за бой. Не один раз за ход, а вообще просто один раз. Ну, это все меняет. Но он все равно мега сильный. Тут вряд ли какой-то финал у нас может быть сильнее. Так, мне нужно сладости. Только сладости. Ничего кроме сладости. Спасибо. Все. Окей, нам... После нее мы полечимся. Поэтому можно спокойно брать хилку. И карт-пак я не буду брать, как я уже говорил. Потому что там будут карты, которые могут нам испортить колоду. И мы не можем от них отказаться, если я правильно помню. Что мы хотим копировать? Знаешь, не бип, да? Но с другой стороны, копируем бип, мы его сбросим. Да. Это было правильное решение. Лакрицу детонатор мы все равно не сыграем на этот ход. Не то, чтобы я сильно хотел это. Мы больше хотим блоки. В смысле, хилки. Ну, вы меня поняли. Слабый ход. Не удалось ничего дублировать, но дубликат у нас будет на следующий ход. Ты можешь посмотреть, что там за карты, а потом уже либо согласиться все взять, либо не брать. Оказалось, что в карт-паках обязательно брать хоть что-нибудь. Я, может быть, ошибаюсь, конечно. Дубликат, слабости, бип дальше идут. Нам надо добраться до бипа, чтобы сыграть в жух. Что это бип плюс? Соответственно, мы хотим сыграть лакрицу. Дубликат. А там много бипов. Сладости. И теперь делать жух. Больших количеств. Инженер может нам копировать сладости. О, две шестерки есть, отлично. Эх, детонатор не играется, ну наплевать. Дополнительный холд. Йоу. Ну, шикарная ситуация, просто бомбовая. Ладно. Дубликат никак. А, дубликат сделать, отлично. И мы можем лакрицу. Детонатор. Я очень рад, что мы не убрали детонатор. Все-таки эти 9 урона, которые детонатор вот сейчас, например, дает. А на прошлом ходу он 6 нанес. То есть вот и считай. 6 плюс 9. Дофига. Она не мертва от яда, как ни странно. Чудеса. А так? Все еще не мертва от яда. Не верю. О, теперь мертва. Goodbye. Отличный бой. Почти нет урона. Я не хочу этого говорить, но, по-моему, у нас есть шанс. Робот, получи случайное оснащение.
заимствовать оснащение. Йоу, вот это должно быть... Вот это может быть мега круто. У них у всех улучшенное снаряжение. Пацаны, у них такая имба бывает, что просто жесть. Вор только за счет этого у нас с первого раза и выиграл, за счет воровства снаряжения. Но с другой стороны, у нас такой специфический билд, что... Знаешь, работает не трогай. И если мы будем удалять, то мы будем удалять. Но вот вы говорите детонатор, я не вижу смысла. Что удалять из этой колоды? Братва. Вот у нас парные бипы. Два не улучшенных, да. Но все равно. Вот у нас инженер, но это как бы не карта. Колдовской котел, он проходной. Дубликат нужен, отличная вещь. Лакрица. Этим мы наносим урон. Нам нечего удалять, ребят. Реально. Единственное, что я вижу, это удалить, это детонатор. Он наносит тонну урона. Давайте вора возьмем. Пинок. Озарение. Не. Тут пинок можно взять. Можем копировать. Так, вот насчет копирования. Мы не можем копировать финал. Копировать можно бип плюс. А, да-да-да, дубликат, если мы скопируем, то они будут играть через жух. Но не нужно ли нам лакрицу еще одну, чтобы у нас был яд? Или детонатор? Два детонатора, это пацаны. А два колдовских котла? Ладно, давайте дубликат, действительно. Вот это вообще, ну... Просто жесть будет. Пак посмотреть. Окей, я тебя услышал. Посмотри пак. А, да. Тумаки. Нет, спасибо. Благодарю вас. Я только их всю игру удалял. И мы можем взять пинок. Я не вижу, почему нам не взять пинок. Плюс один к значению кубика. Это очень круто. Ну, даже если ты туда шестерку кладешь, ты получаешь единицу. О, кстати, снеговик нас контрит очень хорошо. И ведьмак есть. Стрик какой набор. Хорошо, хоть этого нет чувака с пистолетами. Знаешь, возможно, после снеговика стоит пойти на босса сразу, не ждать дальше. Сейчас посмотрим. Ну вот оно. Вот это мечта. Наша мечта — это играть все, что здесь есть. Сейчас мы еще единицу штампанем. Да. Мы у него украли заморозку. Нет, да? Четыре урона здесь не серьезно. Лучше выход на бис пробафнуть на следующий ход. Мы здесь золото наберем. Либо мы сразу на босса пойдем, не будем ждать левела. Если этот бой нормально пройдет, нам левелап не нужен будет для хила. Пойдем. Окей, пошла жара. Так.
Нам нужна двойка здесь. Хотя кубик, наверное, штампанул лучше. Нет, не лучше. Окей, нам нужно сыграть сладости через вжух. Соответственно, придется уроном пожертвовать от детонатора, но наплевать. Дальше там будет биг плюс. Плюс мы сейчас мы дублируем шестерку. Дублируем шестерку. Делаем жук на лакрицу. И делаем еще один ход. Goodbye, my love. До свидания. Мы вполне возможно сможем его убить здесь. Сейчас, одну секунду, пацаны, мне надо ответить. Джейн звонит. Я извиняюсь. Окей. Я здесь. Женя волнуется, куда я пропал. Мы с ней должны были сходить делами заняться, но, как видишь, у меня тут не получается. Окей, два бипа плюс. Мы их убираем сразу. Сбрасывать их не нужно. Две лакрицы. Раз. Два. Прекрасно. Дал такой котел. Дай одну единицу обратно. Мы можем сбросить сладости. Если это имеет смысл. Он почти мертв. Ему надо нанести 3 урона. Бип плюс. Плюс бип убьют его. Соответственно, сладости мы можем смело играть ради хила. Окей, до свидания, друг. Вау, этот билд хорош. Это, наверное, самый сильный билд, который у нас был за шута вообще. Нам надо такой для ведьмы тоже сделать. Окей, и теперь очень важный момент. Идти ли нам на босса прямо сейчас? Что мы на этом этаже можем выбить? Ну вот здесь копировать снаряжение. Да, мы можем левелапнуться, рискуя на 3 противников. Так, у нас реклама в чате. Да что ты будешь делать? Шут не получает кубики, да? На левелапе. У него всегда 3 кубика. Или сколько там? 4, да? От максимального левела что мы, в принципе, получаем? Почти ничего. Только вот здесь мы можем копировать снаряжение, но плевать. Погнали на босса. Ну, я не вижу смысла рисковать. Мало ли, вдруг нас кракен припечатает, блин, к стенке и все. Погнали. Шут против задаваки. Ну, помолясь, начнем. В чате материться нельзя? Можно. Только конструктивно. Окей, задавака, что у тебя есть? Просто писец есть. Ожоги и куча дамага. Ну, вжух будет несложно делать. Хотим ли мы ему вешать этот ожог? У нас 3 пятерки. У него стойкость к огню. Нам нет смысла у него красть вором снаряжение. Вообще никакого. Ну, альтернатива, мы ничего не можем сделать. Другое. Мы можем бип сыграть, но мы тогда их не сможем сбросить. Ладно, хорошо. А, ну, конечно, не серьезно, но... Окей, ну вот это уже на что-то похоже. Сладости я пока буду сбрасывать. Сейчас нас интересует... Я бы не сказал, что нас интересует...
блин, как бы до дубликата добраться. А, мы можем добраться? Мы не можем добраться до дубликата. А-а-а, не хватает одного кубика. Ничего не сделать. Мы можем только лакрицу сыграть и все. Что тоже неплохо. Нормально. Но мы почти добрались до выхода на бис. Чуть-чуть не хватило. Этого чувака контрит заморозка. К сожалению, у нас ее нет даже приблизительно. Но у нас сейчас будет жук. Сливай воду, мой дорогой. Это все мои шестерки. Только мои шестерки и ничьи другие. А это твои жуки. И еще. Ну, мы, короче, здесь тупо все разыгрываем, что у нас есть. И бип. И детонатор. И выход на бис. Ну, будем надеяться, что этого преимущества хватит, потому что вжух-то сейчас исчезнет. И маленькие роллы. Плохо. Нам нужна одна четверка. Пятерка норм. Так, дальше что у нас? Будет две копии сладостей. Которые, наверное, лучше просто сбросить. Потому что там дальше будет DB плюс и еще лакрица. Которые мы хотим играть. О, как мы хотим их играть. И дальше идут дубликаты. О, оно. Мы хотим четверки, пятерки дублировать. В принципе, без разницы. Мы хотим одну пятерку дублировать. Одну четверку дублировать. Инженером. Копировать детонатор. Сыграть лакрицу. И, простите, два детонатора. И, наверное, еще так. Копировать дыхание огня. Вау! Hasta la vista, baby. Окей, это было круто. Это, наверное, был один из моих любимых забегов в Dicey Dungeons. Просто жесть. Да, изи, вообще не проблема. Абсолютно никаких проблем. С первой попытки, ёпт. Ух ты, я его не видел пока. Это новый какой-то чувак, смотри. Любимая песня «Трава у дома», если вы понимаете, о чем я.